Киев вовсю готовится к началу Евровидения. Сегодня мэр столицы Виталий Кличко после реконструкции открыл почтовую площадь, где обустроит одну из фан-зон песенного конкурса. Здесь обновили фонтан, всю пешеходную зону и смотровую площадку. Установили скульптурную композицию, прообразами для которой стали основатели столицы Киев-Щек Хариф и их сестра Лыбедь. Не забыли и о людях с ограниченными возможностями. Для них на территории обустроили пандусы. А уже послезавтра от причалов почтовой площади начнет курсировать речной трамвайчик. На нем можно будет добраться до левого берега, прямо к месту проведения конкурса. И, по словам мэра, благоустройство почтовой площади на этом не завершится. Место, которым стало одним из наилюбленнейших в нашем месте, почтовая площадь. Гарный выгляд на Труханів остров, на Дніпро. И взагалі кожен вечер тут находятся десятки тысяч людей, которые приходят на площадь. І дуже добре, що сьогодні ми, як обіцяли, до травневих свят вже майже 100% відкрили площу. Ще деякі роботи будуть проводитись для того, щоб вихід з метро зробити на площу. Виталий Кличко также сообщил, что для удобства гостей и жителей города работа общественного транспорта на время проведения конкурса будет продлена. А вот фуникулер мэр проинспектировал лично.